Игорь Валентинович. Ты соображаешь? Извините. Что, и пристрелите ему. Информацию добыл, которую вы просили, хотел побыстрее отчитаться. Ты мне еще баню бы его привез. Давай, что там у тебя? Егор Краснов, 26 лет, сирота. Мать погибла в результате несчастного случая 25 лет назад. Воспитывался в детдоме. После армии закончил техникум, сейчас столяр-краснодеревщик. Недавно фирму свою открыл. Ну, как фирма, ИП. Молодых талантов ищите в компанию. А с личной жизнью что у него? Женат? Собирается. Алена Вишнева родилась там же в поселке Атяевка. Работает хирургической медсестрой. Но недавно к жениху вернулась в родную деревню. Сейчас медсестра в школе. В общем, ничего примечательного, как говорится, люди из народа. Спасибо. Ты мне адрес СМС вышли. Суеду познакомиться. Больно! Не трогай! Это тебе еще не больно. Это я тебе еще уши не оборвала. Это надо придумать, стой на качели качаться. Хорошо, что только качель сломалась. А если еще нога? Да все хорошо с ногой будет. Завтра уже за мороженым поскачет. Какое ему мороженое? Не туго? Нет. Хорошо, что у нас тетя Алена медсестра. То я бы тебя в больницу отдала, они бы там тебя залечили. Ну все. Сегодня ходи поменьше, сиди книжку читай. Я лучше мультики посмотрю. Когда своего-то заведете? Я бы вам коляску отдала, у меня вон от Тоболтуса осталось. Берем. Ребенок у нас в планах. Ага, у нас вообще все распланировано. Mm-hmm. Дом хотели построить, построили. Свадьба через неделю. Ну и до наследника дело дойдет. Спасибо вам, ребят. До свидания, Люд. Идем? Добрый день! Добрый день. Здравствуйте. Вы ко мне? Если вы Егор, то к вам. Игорь Валентинович. Алена. Очень приятно. Мне бы хотелось поговорить с Егором, если можно, наедине. По поводу мебели. Я хотел бы поговорить не по поводу мебели. Пойдемте. Спасибо. Отличный дом. Чувствуется рука мастера. Да, 2 года строили. Вот только заселились. Хорошая фотография. Это я ее сделал. В смысле? Мы отдыхали вместе. Она попросила купить ей эту кепку, хотела сфотографироваться. Там была надпись на испанском языке. Я повернула козырьком назад, чтобы не было видно. И тут же ветер унес ее в море. Вера очень расстроилась тогда. Вы знали мою маму? Да, знал. Мамин почерк. Она пишет, что ждет ребенка. Да, она пишет мне, что ждет ребенка. Потому что я отец ребенка. Твой отец. Я должен на это сказать. Это не ошибка. Я все проверил, не сомневайся. Не в этом дело. Если вы и правда мой папа, почему вы появляетесь только сейчас?
Где вы были, когда написал это письмо? Все сложно. Просто я был женат, и моя жена тоже сдала ребенка. И мы тогда... Понятно. Я не буду врать, что рад нашей встрече. До свидания. Послушай, я... Упаси Бог меня, чтобы как-то просить тебя меня любить. Я просто хочу быть полезен. Ну, знаешь, там, советом, деньгами или... Без вас как-то прожил. И дальше проживу. До свидания. Что это? Он свою визитку в почтовый ящик бросил. Выброси. Уверен? Он знал, что у него есть сын. 26 лет знал и ничего не делал. Где он был? Ну так познакомься с ним поближе и задай ему этот вопрос в спокойной обстановке. В спокойной обстановке? Дорогой папа, на каком курорте ты отдыхал, когда меня в детдом отвозили? А когда меня из приемной семьи вернули и руку сломали, ты, наверное, в Альпах на лыжах катался? Прям как сейчас помню, это была зима. Ясно. Пахнет как? Европейский орех. Заказчик хотел сделать гостиную из вишни, но я убедил, что орех будет лучше. Дорогой? Лучше тебе не знать. А поехали завтра в город вместе? Как раз свадебное платье себе выберешь. А давай лучше в интернете где-нибудь поищем, а? Здесь цены как за чугунный мост. Ну, во-первых, у моей невесты должно быть самое лучшее платье. Во-вторых, ты же помнишь, какой у меня заказ? Ален, деньги теперь не проблема. Мои платья с тобой куплю. И свадьбу закатим, и еще останется. А давай лучше тебе какой-нибудь новый пиджак купим, а? Носишь его, сколько я тебя знаю. Это одежда настоящего художника. Не отвлекаемся. Пойдем. Да. Да, я. Мастерская горит. Да брось ты этот чайник. Посмотри, сколько вам люди вещей насобирали. Варька с Яблоневой улицы сказала, что нужно все сфотографировать, чтобы вам скорее страховку выплатили. Да не было у нас страховки, Люд. Не успели оформить.
Господи, как же вы теперь? Как-нибудь. Руки, ноги, голова, все на месте. На первый дом заработали, заработали на второй. Правильно. Вот с вашими-то заказчиками. Вчера вон один приезжал. Машина супер-пупер. Дороже, чем ваш сгоревший дом и мой вместе взятые. С таким-то точно отстроитесь. Что это у вас тут вещи на дороге разбросаны? Это нам соседи собрали. А что следователь говорит? Говорит, не было никакого злого умысла, никто нас не поджигал. Сказал, может, я забыл станок выключить, там коротнуло и все. У меня же там лаки, краски, растворители. Одной искры хватит. Ну, ты же все отключал. Да, Виталий Евгеньевич. Да, это правда. Да, я все верну. Да, только не надо мне угрожать. Это из-за того самого ореха, который сгорел? Надо ехать в город, устраиваться на работу. Ты же о своем деле мечтал. Да, мечтал. Но сейчас главное заработать денег, дальше разберемся. Я с тобой поеду. В школе все равно каникулы им, да, осень медсестра не нужна. Мы до осени столько денег не заработаем. Даже до следующей. Да. Телефоны, документы, зарядки. Да все уже, если что-то забыли, там купим. И куда это мы собрались? В город, на работу. А мне кажется, ты свалить собираешься. Да только от перемены мест жительства, парень, сумма долга-то не меняется. Я помню, что я должен. Я уже машину продал, чтобы часть долга вернуть. Ну, то, что ты продал, ты только проценты покрыл. А сам долг ты еще даже не начинал отдавать. Ну, чего? Мы вот твоей девушке что-нибудь возьмем. В залог. На время. Паспорт есть? А? Оу! Что шумим с утра пораньше? Игорь Валентинович, а вы тут как? Здоров. Да узнал, что ты в Атеевку поехал. Стало интересно, зачем? Поговорим? Да. Виталик. А, давай, Паша, привет. Хорошо. Ребят, долго больше нет. Считайте, это мое пожертвование погорельцам. Вы что, его знаете? Да так, пересекались мелкая шпана. Он вас больше не побеспокоит. Я все верну. Но откуда вы про сгоревший дом узнали? В новостях репортаж был, что мощный пожар в Атеевке, но я попросил уточнить, моя интуиция не подвела, ваш дом горел. Вы же в город собрались. Давайте-ка я вас подброшу, вы на автобусе равно опоздали. Садитесь в машину. Нам есть о чем поговорить. Садитесь, садитесь. Располагайтесь. На рынке растет спрос на дорогую мебель. Так я что подумал? Пора и нашей компании заняться элитной дизайнерской мебелью. Понимаешь, куда я клоню? Мне нужен такой специалист, как ты. Тебе деньги нужны. Ты же хочешь долг мне вернуть? Так отработай. Я не понимаю, что ты раздумываешь? Давайте мы доедем до города, снимем квартиру, осмотримся и вернемся к этому разговору через пару дней. Я тебе предлагаю рабочий вариант. Бери и зарабатывай. Зарабатывай тем, что ты любишь и умеешь. Жить можно у меня. Огромный дом, места всем хватит. Кабинет на втором этаже, работать можно днем и ночью. Но надоест в 10 минутах офис. Зачем тратиться на съемную квартиру? У вас что, деньги лишние есть?
что, вот мы и дома. Проходите, осваивайтесь, располагайтесь. Кстати, в цокольном этаже у нас там баня и хамам. Купайте сколько хотите. Ну, а за цветниками у нас вольер для собак. Ну, конечно, он первым делом решил познакомить вас с собаками, а не с родственниками. Марина, жена Игоря, формально ваша мачеха. Егор. Алена. Петр Аркадьевич, отец этой красавицы. Очень приятно. Ну что, надо разместить гостей? Подготовили вам комнату в восточной части дома. Светлую, просторную. Надеюсь, вам понравится. Ну, мы здесь ненадолго, так что подойдет любая комната. Спасибо. Располагайтесь, отдыхайте и сразу к столу. Ну, видишь, ничего страшного. Ты была милой. Да, это я умею. Марин, мы же все решили. Нет. Это ты решил, что именно сейчас притащишь сюда сына, которого ты нагулял. Отличная идея. А потом всех поставил перед фактом. Герман где? Герман сказал, что в этом балагане участвовать не будет. Должен вам сказать, дорогие друзья, что все, что вы видите вокруг и за этим столом, это все дело рук моей дочери. Марина – фея нашего дома. Да, дом очень красивый. Угу. А самый главный лентяй в этом доме – ваш покорный слуга. Я гуляю, читаю книги, наслаждаюсь, выпиваю. Короче, чудовищно бездельничаю. Петр Аркадьевич, кокетничаете. Петр Аркадьевич много лет назад основал нашу семейную компанию по производству офисной мебели. И лишь недавно решил отойти от дел. Добрый день. Бон аппетиту. Камон сава. Хао, прямо скажем, ду ю ду. Ну-ка, прекрати поясничать и сними ту дрянь с лица. Как? Сними. Почему? У нас же маскарад. Ты примерный отец семейства. Мама у нас благодетельная дама. Брат-бастард, тебе маску дай, чтобы глаза было удобно прятать. Внучок, пойдем-ка выйдем, а? И только дедушка у нас, мудрый миротворец. Если что, отец тебе искренне рад. Только он, больше никто. Пойдем, пойдем, пойдем. Простите, я не знаю, что на него нашло. Кажется, самое время пойти поработать. Спасибо большое, все было очень вкусно. Да, дело не в проворот, мы в офис, вы здесь не скучаете. Большое спасибо, очень вкусный обед. Да, у нас хороший повар. Давайте я помогу. Это моя работа, не мешайте, пожалуйста. Хорошо, не буду мешать. А, может быть, вы подскажете, здесь какие-нибудь достопримечательности есть? Какие тут достопримечательности? Глушь. Разве что церковь есть, 16 века, говорят. Но она разрушена почти. Дойдете до ворот, там направо. Ага, спасибо. Егор, да я ненадолго. Я только церковь эту найду и обратно. Она там какая-то старинная, 16 века, кажется. Да ты представляешь, что такое сидеть одной в чужом доме? Я же с ума сойду. Хорошо, позвоню. И я тебя люблю. Пока. Вы что-то хотели? Нет. То есть, да.
поручено сопровождать вас. Кем поручено? С чего бы это? Меня что, украдут? Ну, вы теперь член такой семьи, что могут и украсть. А этого бы не хотелось. Вы гуляйте себе спокойно, а я буду наблюдать за вами. Да вы знаете, как-то и гулять сразу расхотелось. Давайте так, сделаем вид, что вы просто составляете мне компанию. М? Хорошо. Ну все, дальше гулять некуда. Разве что по кладбищу. Какая красивая церковь. И они собираются восстанавливать? Два раза пытались. Оба реставратора умерли. Один от инсульта, второй с собой покончил. Это очень нехорошее место. Ее построил предок Петра Аркадьевича. Архип Лютый. У них поэтому и фамилия Лютаевы. А Лютым его прозвали, потому что он всех своих крепостных за любую провинность убивал. Ну или просто ради развлечения. Поэтому церковь и не стоит. Грехи предков не отмаливаются. Вот это да. Да, да там вся семейка, не дай боже. Прабабка Петра Аркадьевича ведьмой была. Да один Герман чего стоит. А вы самокритичны. Что? Простите? Да я вас сразу узнала. По голосу? По ботинкам. Я не представляю, сколько должны платить охраннику, чтобы он в таких ботинках со мной по грязи разгуливал. Так глупо проколоться. А жалко. Влюбились бы в охранника, бегали бы с ним на свидание. Этакие повести Белкина. Герман, я почти замужем. Ну, почти-то не считается. Если вам скучно, я убеждена, что множество девушек мечтают вас развлечь. Но не вы. Но не я. До свидания, Герман. Я вас провожу. А вот это точно лишнее. Да. Ой. Вы что тут? Я заблудилась, кажется. Вы не подскажете, дом Старостиных в какой стороне? Кого-кого? Ну, Игорь Старостин. Там такой особняк большой с окнами. А, вы про особняк Лютаев? Ну, там Старостин живет. Ну, пусть живет. Построил ты в Лютаев. Значит, он, получается, Лютаевский. Там он. Спасибо. А вы, девушка, напрасно тут одна отходите. Тоже будете призраками предков пугать? Сколько за кладбищем присматриваю, а привидения так ни разу и не видел. Ой, осторожно. Зато звери здесь водятся огромадные. Вы, кажется, перебрали немного. К сожалению, нет. Со вчерашнего вечера ни одного промилле во рту не было. А пора бы уже. Солнце уже низко. Не поможете кладбищенскому сторожу принести краску в его серую жизнь? Денег с собой не взяла. А так, если захотите завязать с алкоголем, приходите к Старостиным. Спросите Алену Вишневу. Поставлю вам капельницу с лекарством для печени. Николай, вряд ли воспользуюсь, но благодарю сердечно. Спасибо. До свидания. Вы все-таки одна тут не ходите, девушка. Не знаю, какой тут зверь бродит, а свет у него вот такой. И воет он по ночам. Страшно воет. Берегите себя, Аленушка. Неспокойно тут. Ох, неспокойно. Ну, наконец. Прости, что так долго. Такой день. Игорь показывал мне все производство. Советовался со мной. С тобой? Да, у меня свежий взгляд.
В общем, мы договорились, что я через неделю принесу ему план новой концепции. Они собираются запускать новую линейку эксклюзивной мебели для офисных боссов. То есть вы в итоге поладили с Игорем? Да, он неплохой мужик. Говорит, что если мы не поторопимся, нас обгонят конкуренты. Ясно. Ну, здорово, тогда может спать. Ты, наверное, ложись, а я попозже к тебе приду. Мне в голову одна идея пришла. А, прости, а как у тебя день прошел? Нормально. Завтра поеду в город, попробую работу найти. А зачем? Я же теперь нас могу отлично обеспечить. Я не хочу просто так сидеть и дома тебя все время ждать. Иначе я покроюсь мухом, и ты меня разлюбишь. Кстати говоря, знаешь, я сегодня, когда искала церковь, я смотрю, за мной какой-то человек идет. Он в таком костюме был. Ну, охранники обычно такие носят. Егор. Егор. Да, да. Ты меня слушаешь? Да. Ты была в церкви. Да нет, ничего. Работай, работай. Я придумал, как отомстить братцу и попутно получить удовольствие. Mm-hmm. Его невеста. Думаю, нетрудно будет ее завоевать. Мне кажется, ты ее недооцениваешь. Ну, посмотрим. Шах. Никогда не делай то, что потом не сможешь контролировать. Дед, это обычная провинциалка с комплексом спасателя. Mm. Чем хуже я буду выглядеть в ее глазах, тем сильнее будет хотеться меня спасти. План прост, как и все гениальное. Баран, баран! Плюнь, плюнь, плюнь! Нельзя. Баран. Можно пройти? Беги отсюда. Извините, я не хотел вас напугать. Если вы не особенно спешите, то я могу показать вам окрестности. Здесь еще, помимо церкви, много всего интересного. Я спешу. Я вам так противен? Герман, вы можете понять, что мир не вертится вокруг вас. Я устроилась медсестрой в больницу, и у меня смена скоро начинается. Алена, скажите, а зачем вам это нужно? Отец Егору платит вроде хорошие деньги. Не все измеряется деньгами. Вам нравится играть мать Терезу? Делать уколы и менять памперс? Ну, что-то вроде того. Всегда завидовал людям, которые придумывают себе миссию. Я вот искал призвание на юридическом факультете, на экономическом. И понял одно, что смысла в жизни нет. Все строится только на страхе и расчете. Мне вас жаль. Жалость унижает. Лучше дайте какой-нибудь совет. Только, пожалуйста, не говорите, что нужно сходить к психологу. Я слишком дорожу своими травмами детства, чтобы с ними расставаться. Займитесь благотворительностью. Может, хоть так в вашей жизни появится смысл. Так вот зачем вы этим занимаетесь? Это мне нравится. Да, он неплох. Только его нужно доделать. Там фактуру поискать, найти изюминку. Совсем не знаешь, как себя вести, когда тебя хвалят. Но я сказал, все отлично. Расслабься, парень. Ты молодец. Берем работу. Это все правда? Потому что это объективно хорошо? Или мы запускаем это в работу, потому что ты мой сын? Я, конечно, твой отец, но у меня большое дело.
И эти люди все зависят от меня. Я не могу их подставить ради того, чтобы тебя порадовать. Это хорошо, а то мало ли. Скажи, какая она была? Мама. Хорошая. Красивая, добрая. Она чем-то на Алену твою похожа была. Почему ты выбрал не ее? У Марины были большие проблемы со здоровьем. Очень серьезные проблемы. Я не смог. Я не смог ее бросить. Мы уехали за границу на лечение, и там еще несколько лет прожили, после того, как Герман родился. Когда вернулись, я узнал, что Вера умерла. И это все? Я тебя искал. Я всех поднял. Я нашел тот детский дом, куда тебя увезли. Я прилетел туда, но тебя уже усыновили. Да, только через год меня вернули. У них родился сын, и я им стал мешать. Я не знал этого. Если тебе правда понравился этот эскиз, я вполне могу начать его дорабатывать. Послушай, как ты посмотришь на то, если я хочу официально оформить отцовство? Теперь ты зачем? Хочу официально быть твоим отцом. Ты подумай. Я понимаю, может, для тебя это не важно. Да, это очень важно для меня. Хорошо. Хорошо, я подумаю. Да, и возьми выходной. Нужно обязательно проветривать мозги для того, чтобы рождались гениальные идеи. Спасибо большое. Вы нам очень помогли. Я вообще. Спасибо. Что происходит? Ничего особенного. Купил в вашей больнице новый томограф. Но вы же советовали мне заниматься благотворительностью. Вот я пытаюсь. Ничего себе. Не буду врать, что я чувствую что-то эдакое, но главврач, он доволен. Мне кажется, вам нужно что-то такое, чтобы видеть отдачу. Ну, эмоции конкретно тех людей, кому вы помогаете. Но главврач, он не сильно эмоционален. Можно, например, попробовать раздавать обеды малоимущим или поработать в приюте. Я подумаю. Всего доброго, до встречи. Привет. Привет. Чего тебе мой братец хотел? От меня ничего, он к главврачу приходил. Представляешь, больнице новый томограф подарил. Зачем? Зачем больнице томограф? Зачем это моему брату? Наверное, хочет что-то хорошее сделать. Ну, ему плевать все равно, куда деньги тратить. Ну, в таком случае хорошо, что он их тратит на больницу. Представляешь, сколько есть еще мест, куда их можно вложить? Давай лучше придумаем вариант, куда пойдем сегодня. Игорь дал мне выходной, и у нас будет свободный вечер. Понимаешь, у Игоря чутье на людей, на работу. И я бы очень хотел на него походить. А почему ты его Игорем называешь? А как? Ну, не знаю. Отцом, папой. Нет? Мне кажется, ты увереннее стал, когда у тебя отец появился. Знаешь, говорят, что семья — это корни. Вот ты как будто сейчас их обретаешь. Корни? Угу. Корни. Это гениально. Это то, чего не хватало образу. Корни. Связь с прошлым. Это и есть сила. Не нужно полировать мебель для исчезновения фактуры. Пускай у мебели будут корни,
у шкафа, у трюму. Пускай корни будут у стула и у стола. Это такой символ, понимаешь? Угу. Спасибо за идею, Ален. Порезался? Ничего. Может, перевязать? Да не глубоко. Слышишь? Это родители в аварии погибли, так же собака была. Не волнуйся. Тебе в обиду не там. Ни людям, ни собакам. Просто отлично. Это будет бомба. Да, я как раз хотел тебе сказать, папа, что если это для тебя до сих пор важно, то я согласен. Оформляй отцовство. Всем доброе утро. Кажется, я не вовремя. О, Инга. Привет, принцесса. Егор, ознакомься, это Инга, дочь моего друга и делового партнера. А это Егор, мой сын. Вроде только на месяц улетала в Латинскую Америку, а столько всего пропустила. Представляешь, как бывает. А сейчас мы едем оформлять отцовство. Сейчас? Даже для этого не нужны бумажки разные, ждать месяц. Ты знаешь, когда ты добиваешься чего-то в жизни, ты получаешь некоторые бонусы, один из которых – это ускоренное оформление чего угодно. Кстати, Инга, она не только фотограф, она еще и рекламщик. Дорогая, сегодня я жду тебя вечером у нас на ужин, а сейчас надо ехать. Я очень рад, что Егор стал частью нашей семьи. Ну, то есть он всегда был моим сыном, но теперь это официально. И я надеюсь, что вы все примете Егора в нашу большую дружную семью. Давай, давай, сын, тост. Я не знаю, что сказать. А ты красноречием не в отца пошел. Ты как завтра будешь проект презентовать? А презентация завтра? Ну, конечно, Борис Николаевич, наш партнер, главный инвестор. Он хотел посмотреть твои эскизы. Кстати, он отец Инги. Если произведешь впечатление, то финансирование будет. Вообще все будет. Да, только в таком пиджаке вряд ли получится произвести на папу впечатление. Ну, я же тебе говорю, приодеться. Он же упрямый, как... Как вы, генетика. А, мне надо пойти в рощу сделать пару кадров для презентации. Завтра, завтра, все завтра. Ну да, и освещение с утра будет намного лучше. Хорошо, фотографии завтра. Но мне нужно подготовить эскизы. Ну. А что, мой новоявленный брат... Тост говорить не будет? Тогда я скажу. Давай. За твое здоровье. Ты сегодня стал членом большой семьи, богатый наследник. Сегодня одной подписью ты нажил себе очень много врагов и очень много завистников. Береги себя. За твое здоровье. Вот так вот выпил. Одним махом. А если отравлен? Нет, брат. Ты в этой семье не задержишься. Герман, прости, я твоих шуток пока не понимаю. Но я научусь. Всем хорошего дня. Милая шутка. Разве нет? Мне понравилось. Ты меня избегаешь. С чего ты взяла? С
Слушай, ну расстались и расстались. Что теперь нам всю жизнь разговаривать? Больше не хочешь покончить с собой? И даже не хочу убить тебя. Время и правда лечит. Полгода серьезное лекарство. Ты же не будешь спорить, что эти отношения больше нужны были нашим отцам. Твоему, моему, но не нам с тобой. А ты за полгода стала противницей браков по расчету? Я никогда не поддерживала бизнес-браки. Просто с тобой было прикольно. Но не слишком, так что не обольщайся. А я видела, как ты смотрел на эту Алену. Невесту твоего братца. Хочешь замутить с ней? Простовато на мой вкус. Ну, какая разница? Это же не ради удовольствия. Чтобы насолить братцу. Я правильно уловила ход твоих мыслей? Как всегда. А я бы увела этого парня. Есть в нем что-то. Бесполезно. Правильный на всю голову. Спорим, он окажется в моей постели раньше, чем Алена в твоей. Спорим. На что? Ни на что. Просто хочется разлучить эту сладкую парочку. Слишком счастливо выглядит. Аж противно.